Всем привет, друзья. Аслан, что вы делаете? Ребят, всем привет. Ну, слушайте, ребят, с утра делаем блинчики. Сейчас мы, значит, наготовим блинов. И с утра, конечно же, чайку с блинами. Приглашаем вас, дорогие друзья, приходите в гости. На всех наготовлю блинов. И потом все вместе займемся хвостиками. Сейчас быстренько деткам блин. Да, блинчики деткам. И, значит, потом уже побежим. К тому времени хвостики тоже проснутся. Сейчас всего лишь 6 утра, дорогие друзья. Что-то у нас сильная бессонница. Опа. Конечно, Донечка ночью кашляет, поэтому не до сна сейчас. Ну, как говорится, верим только в лучшее. Да, Донечка моя девочка. Отлично. Детки попросили блинов, я им пообещал, ну, Дина с утра говорит, давай, Аслан, обещал деткам блинов, давай. Ну, а как же? Между прочим, нравится, мне вам сужу блины готовить, так что оставлю телефончик для заявок. Буду приходить по утрам, значит, готовить вам блинов. Как говорится, блины будут по заявочкам. Оставлю свой телефон, будете звонить, буду приезжать вам по утрам готовить блины на заказ. Слушай, это сковородка уже не жарит, она не подгорела. Ого, профессионально. Красота. Кто еще умеет блины подпивать, друзья, пишем, не стесняемся. О, отлично. Халк, стой, подожди, попробуй, блин. Кушайте. Ой, как нам вкусненько, молодцы. Жора, сейчас себе тоже накорму. Сейчас я тебя накорму. Подожди, терпение чуть. Ой, че мой мальчик, иди сюда. Иди ко мне. Ты мой Жорочка, мой малыш маленький. Хороший мальчик. Сейчас накорму. Сейчас подожди. Сейчас котятки. Потом у нас идут эти котятки. Да? Всем по очереди сейчас кушать. Да, меняем туалет и кушать. Идите давай, кушайте. Давай, ешьте. Артисты. Я им размочил корм, у них влажный закончился. Сегодня поеду куплю. А пока я им что-то сухого размочил. Тим, мой маленький, куда вы? Ну куда? Куда ты лезешь? Вот дают, а? Хулиганы мои маленькие, девчонки мои. Сейчас, еще рано, сейчас откроется, я поеду. Возьму вам влажного. Специально для котят, да. Влажный корм специально для таких малышей, как вы. Для хулиганок. Смешные. Как они лазить любят. Иду я уже, держи. Держи, давай. Давай, кушай. Есть что, вы покушали, да? Молодцы, мои девчонки, молодцы. Давайте, покушали водичку и туалет. Жорик проголодался, такой возмущенный. Друзья, с Жориком, когда он голодный, лучше как бы не связываться. Да, Жор? Кушай, мой маленький, кушай. Проголодался, все зовет, а папа... Котят. Ну, котята поменьше, Жора, ты потерпишь. Они маленькие, мяукают, и надо сначала их покормить. Потом тебя. Сейчас большим пойду. Ты же не обиделся, Жора? Ему главное покушать дали, а ему сейчас пофигу. Он ни на кого не обижается. Хороший мальчик, хороший ешь.
Да, мы на тебя посмотрим, как ты хорошо кушаешь, растешь, да? Хорошо, молодец, молодец. А кто у нас там спрятался? Кто у нас там прячется? Что за красотки там прячутся? Выбежали. Выбежали, мои красотки, выбежали. Нельзя, нельзя. Давай сидим, отдыхаем, сидим, отдыхаем. Хорошие девчонки, хорошие. Упадете. А падать нам нельзя. Что, мяу? А ну-ка, где мяу? Где мои мяуки? Нельзя. Так, их хотят спрыгнуть. Опа. Кисеньки. Кисеньки. А ну куда? Нельзя. Нельзя. Нельзя, мои котятки. Нельзя. Мои маленькие. Нельзя прыгать. Хочу вас фотографировать, ну. Давай кушайте, не ворчите. Ну, молодцы. Видите, корм размягчился, они его стали кушать. Да, мои маленькие детки. А сестричек где ваша? Давай выходи тут. А, она умывается. Умывается, красавица, умывается. Ну, куда ты все время хочешь спрыгнуть? Нет, давай я закрою. Давай, 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 давай. Ага, сестричка вышла тоже. А молодец, знаете, умылась и вышла. Красопетка. Такие поигрулечки у нас. Ой, друзья, такие у нас вот с утра заботы, хлопоты. И так каждый день. Каждый день. Сейчас я иду к вам, сейчас уже большие хвостики меня зовут. Так, Жора тоже кушает. Ну что ж, с малышней разобрались, как говорится, с младшей группой разобрались. Теперь идем к старшей группе. Ну а пока, друзья, вам всем хороших просмотров. Пойду сейчас займусь большими хвостиками. А эти все пускай отдыхают. Жора, и ты ешь. Ну, уметает как, а?